Это, короче, я придумал одну фигню ради лайков и фолловеров. Сики. Да. Смотри, давай, типа, короче, я такой свешиваюсь вот сюда, ага. На самом краю. Ну. Такой, смотри, и потом такой на одной руке вешу. Давай, давай. Ну, чуть-чуть, да. Привет, ребята, меня зовут Поляков Дмитрий, я в городе Железногорске Курской области, и сегодня мы в одном из самых мистических мест этого города, заброшенной больнице. Эта больница построена в таком-то году, здесь собирались сатанисты. Очень-то хуя текст-то, потом будешь обрезать. Здесь невидимая колючая проволока. Мы сейчас через нее перелезем. Ебать, было не разбил эту бутылку. Здесь провались. Не разбил. Курсы паркура не прошли даром для меня. Это не вставляй. Если б я знал, что ты будешь снимать, я бы покрасивее залез. Давай какой-нибудь артефакт найдем сейчас. Клей. Пакет с клеем. Это ж не водка. Ну да. Только вот как раз с этого и начинается все. Короче, мы увидели чуваков каких-то непонятных на соседней 14-этажке, и мы сейчас к ним подлетаем с дроном. А, нет, вот я увеличил, видно сейчас будет. Там реально какие-то пацаны сидят. А, они закрывают лица и убегают. А ты уже подлетел? Да. В общем, мы согнали каких-то школьников-руферов с соседней крыши. Вот отсюда. И теперь наслаждаемся победой. Единственный плюс таких недостроенных больниц, то, что можно кидать спокойно бутылки с высоты. Она даже не разбилась. Бутылка не разбилась! Все, теперь пошел. Классно!